Сэр? Это я, Холл, из баскетбольной команды. Где мешок со снаряжением? Оторвался при раскрытии, рации с аккумулятором тоже. И мой тоже. Где-то там упал за деревьями. Ладно, давай за мной. Дождемся перезарядки. Пошел. Ты из роты Док? Из Эйбл, сэр. Кто-то из нас не в той зоне приземлился. Кажется, мы оба. А у вас оружие есть, сэр? Только нож. А ты радист? Так точно, сэр. Был радистом, пока рацию не потерял. Теперь меня за это убьют. Интересно, остальные тоже заблудились, как и мы? Мы не заблудились, рядовой. Мы в Нормандии. Кто идет? Лейтенант Уинтерс? Это вы? Оружие есть? Никак нет, сэр. При раскрытии мешок оторвался. Остался нож и взрывчатка. У ребят из 82-й хоть им один остались. Из 82-й? Куда же нас занесло? Сэр, я там знак видел. Написано «Сен-Мереглис». 7 километров от цели. 4 часа до начала высадки. Так что придется топать пешком. Пойдешь с нами, пока не найдем твою роту. Вперед! А куда мы идем? Плацдарм Юта. Впереди немцы, так что нужно расчистить нашим дорогу. А что мы сможем впятером? У этого раздолбая даже оружия нет. Не помню никаких рельсов вблизи точки назначения. Это запасная ветка, идет параллельно реке. Скоро увидим дорогу и мост. Откуда ты все знаешь? Карты изучал. Может, это поезд или... Молния! Гром! Лейтенант, это вы, сэр? Маларки? Так точно, сэр. Рады вас видеть, сэр. Привет, ребята. Все в порядке? Я тоже рад вас видеть. Гварнеры? Я. Идите с Холлом вперед. А кто тут Холл? Ждать моей команды.
Раненые есть? Никак нет, сэр. Прекратить огонь, Гварнере! Если в следующий раз я скажу ждать команду, будете ждать команду, сержант. Так точно, сэр. Держите, лейтенант. Прицельский. Че это с ним? Гонорея. Правда, что ли? Да погоняло у него такое. Гварнере, гонорея. Понятно. А кроме фамилии, из-за чего он бычит? Ладно, идем дальше. Есть. Соблюдать тишину. Кому нужен паёк или боеприпасы, самое время пополнится. Макдауэлл, ты в порядке? Так точно. Тогда пошли. Кораблей долго. Высадка началась. Давайте живее. Вовремя они. Ему рассказывай, ковбой. Вообще-то я Холл. Да кого колебет? Пошли. Вообще дело не в тебе. Его брат... Маларки хлебало, завали, а? Его брата убили под кассино. Узнал прямо перед высадкой. Доброе утро, сэр. В штабе батальона вам будут рады. Где они? На ферме, сэр. Доброе утречко, парни. Как вам войнушка?